Ребята, всем привет! За большим злом мы забыли про малое зло. Малое зло — это мой сосед, который караоке поет. Гад. Я совсем забыла его существование. Постараюсь сегодня показать побыстрее все для того, чтобы вы не сильно страдали. Потому что в нашей черной действительности еще пение моего соседа — это уже, что называется, too much. Так, девушки, значит, у нас сегодня будут кулоны. Я знаю, там девочки ждут кольца и комплекты. Но так получилось, что кулоны и брошки у меня в руках. HB0846. Ира переживала по поводу оттенка Blue Topaz, London Blue Topaz. По-моему, оттенок хороший. Нужно теперь просто сравнить с ее серьгами, которые пришли. Там почему-то нам кажется, что это они перепутали и вставили свистопаз. Хотя, с другой стороны, может быть, мелкие камни так, в общем-то, и резируют. Ну, посмотрим. Но это вот точно London Blue Topaz, такой зеленоватый оттенок. Цвета морской волны. Очень красивая брошка, кулон. Ее уже, по-моему, третий раз заказывают. Она необычайно всем понравилась. Притом третий раз с London Blue. И один раз кто-то заказывал с чем-то другим. Я сейчас не помню. Но реально очень красиво. Запомните этот код. Так. Дальше. HB0750. Изумруд. Брошь, кулон, боже, как же он ужасно поет, гад. Цветок, брошь, кулон с изумрудом. У нас просто заканчивается Пурим праздник. Вероятно, у него осталось очень много эмоций, которые ему надо срочно выплеснуть на нас. Так, девушки, третье произведение искусства – это кулон «Виноградная гроздь». Они бывают двух видов. Бывает просто кулон с петлей сверху. Вот как тут, например. О, кто-то его убил, видимо, замолчал. HP0616 – красный агат. Бывает кулон-брошь, где нету вот этой висюльки, а здесь идет сзади такая петля, которую мы не видим визуально, плюс иголка для брошки. Это просто кулончик. У них разные артикулы. Этот HP0616, 12.20 грамм. Очень красивые вещи девчонки заказали. Значит, по ошибке пришло два абсолютно одинаковых кулона. Так что один точно будет в продаже, HP0708. Все, что выйдет в продажу, я сделаю отдельным видео в конце. 23-10 грамм с ценами. Вот такой красивый. Такой красивый, большой, с зеленым агатом. Вот их точно два одинаковых пришло. Нет, выжил. Смотри, опять поет. Так, бублик. HP0884. Бублики тоже наши любимцы. Их часто заказывают с разными вставками. Значит, этот бублик. Черный оникс. Красный агат. То есть черный агат, красный агат. Так. И есть еще один бублик. Он у нас идет. Сейчас посмотрим, из чего он сделан. Этот бублик, ребята, голубой топаз, не граненный. То есть это Mother Pearl. То есть перламутр. И голубой топаз натуральный в виде капель, не граненый. Такой хорошенький.
красивенький. Мне кажется, что это не заказ, это просто так я заказывала, это ощущение. Я сейчас уже не вспомню, но мы увидим. HP 0884. Я сегодня наконец-то обнаружила, что у меня есть Инстаграм. Ну, это новый Инстаграм, там практически никого еще нету. Может быть, если кто хочет, я туда буду фотки постить. Значит, это второй такой же кулон с зеленым агатом. Так, дальше. Ну, из нашей любимой серии HP 0789. Серьги вы видели вчера. Видимо, кольцо вы увидите завтра, потому что к нему и кольцо тоже есть. Такой вот красавчик. Я пытаюсь побыстрее, чтобы вас сильно не мучить этим пением. HP 1336, африканский гранат. Кто заказал крестик? Очень красиво. Да, ребята. HP 1088 с дракончиком. Шарик-дракончик. Булавка HB 0196. Вот такая красивая булавочка. Так. Это часто встречающаяся модель, кулон, и к нему есть кольца. Кольца бывают большие, вот такого размера, как кулона, бывают средние. Вставки всевозможные, девчонки миксуют, всякие разные. Ну, в данном случае это классический такой вариант, это черный агат и гранат африканский. Но можно разные вставки делать. Тот же перламутр, например, или зеленый агат, или красный агат. Ну, а сюда камушки тоже, разумеется, можно вставлять разные. Еще один бублик я нашла. Бублик с цитрином граненым. Тоже очень красивый. Знать бы, где в нашем районе вырубается электричество, что так обесточить сразу по периметру весь район. Тогда, по идее, петь они не будут. Девчонки, значит, кто помнит, были серьги, к ним пришел кулон. Я потом все соединю, все вместе, если это не выкупится. О, Боже! Галя, да. Поди его убей, это же невозможно. Девочки, извините, сегодня видео будет короче обычного, потому как это же просто нереально пережить. Так, у нас есть три глаза. Все три с разными вставками. Сейчас будем смотреть. Это все одинаковый артикул 968. HP 0968, но вставки разные. Значит, первый, ну и, соответственно, цена будет разная, потому что очень важно, какой камушек они вставляют. Значит, этот глазик у нас с Ларимара.
кстати, рогатка есть. Рогатка, точно. Так надо же знать точно, из какого дома он поет. Тут уже даже не рогатка, а какое-то что помощнее надо. Какое-то духовое ружье, что ли. Значит, это БТС, это Swiss Blue Topaz. Он более насыщенный. Девчонки, я все равно цены сегодня не называю, поэтому можете, в принципе, видео без звука слушать. Просто картинки смотреть. Я не обижусь, даже наоборот, пойму очень. Вот опять черный перламутр. Тоже очень красивый. И последний у нас будет два мега изделия. Изделия, ребята, шикарные. Камея. Камея — это вещь очень недешевая, сразу вам говорю. HB0807. Значит, эта камея идет с цитринами. Красиво. И есть у нас еще одна камея, вот на ней мы и закончим просмотр. HB0805. Мы долго сомневались, заказывать ее или нет, потому что она реально была довольно-таки дорогая, но в итоге решили заказать. Вот такая вот камея. Брошь с микрожемчугом вокруг. Может потом быть в коллекции семейной по наследству передаваться. Ребята, я заканчиваю. Жалко вашу психику. И следующее видео постараюсь снять днем, когда у нас тут никто не поет. Всем пока. Нет войны, нет войне. Война-то есть, но мы требуем ее прекратить прямо сейчас. И берегите себя все. Помогайте друг другу. И будем живы.